Всем привет, дорогие друзья, и хорошего вам настроения. С вами Рэй, мы продолжаем играть в игру «Растения против зомби-героя». Как ты видишь, у нас 1000 кристаллов, я все-таки накопил. Так, у нас еще есть 3 ежедневки. Так, посмотрим. Разыграйте 3 зомби, которые стоят не менее 4 мозгов. Нанесите 5 единиц урона героям, используя карты «Прочерк». И нанесите 20 единиц урона героям супермозгом. Окей, ну, вначале попробуем, наверное, взять вот это вот невероятное событие. Шпиорис поможет вам быть на шаг впереди этих мерзких надгробий, если вы нажмете на них и разыграете карты правильно. А Цитрон просто обожает колоду «Водопровод». Понимаешь, тут еще колоды есть. Водопровод. Еще там что-то. Ну, давай посмотрим. Так, мы против Нептуси. Ну ладно. Допустим. Эти вы нанесли... Так, если вы этим нанесли урон, вы забрали часть шкалы. А почему он сюда ставит, а не сюда? Не захотел своего осьминожку потерять, да? Так, а это у нас команда. Воу-воу-воу-воу, тише. Ну давай, а ты что, один? Я думал, у вас двое, блин. Трындец, ребят. Сейчас выйдут гаргантюахи у нас. Сейчас поставят гаргантюашек. Трындец. Что у него там? Кровожадность, я понял. Значит так. Раз. Получает здесь... Ага, понял. Короче, уничтожаем его и уничтожаем... Вот тут. Погнали. Что мне дают какие-то, я не знаю, ребят, ну. О, а он не может атаковать. А вот это интересно. Блин, сейчас работает. Так, во-во-во-во-во-во-во-во. Привет, привет. Давай, наверное, вот так сделал. Ох ты. Ну вот это что такое? Я не могу понять. Ё-моё, блин. Ну-ка проверим. Чё-то паренёк-то вообще ничего не делает. Я не знаю, что с ним там происходит. Какой у него там коварный план. Да твою налево, ну. Вот, ребята, вы потом говорите, что ты не берешь, блин, этот. Да как брать вот так вот, чтобы доставали постоянно, что ли? Чё, как будто не видишь, что я дерусь. Все, выиграли мы здесь. Так, что у нас там? 100 очков. А нам как раз чуть-чуть хватает. Ну, в принципе, ананасовая бомба, но у нас есть. Они у нас все, по-моему, есть. Так, ребят, ну что, теперь, наверное, открываем. Точнее, покупаем. А потом открываем наборы. Так, я уже забыл, какой мы... хотели, какой нам вообще нужен. Если выпадет, блин, в тот раз мне уже вот таких вот 2 выпало. Давай, наверное, возьмем другой все-таки. Ну-ка. Твою налево. А что, это легендарная карта? Да. Блин, я даже не знаю, ребят. Ну, как-то и хочется. Ну-ка, здесь.
Ну, здесь, блин, здесь, с этого пака мне выпадает почему-то вот эти вот. Я хочу надгробие получить. Если бы вот это вот было бы у меня штуки две, я бы мог бы сделать офигенную колоду на орехах. Так, а тут что у нас? Вот розы, неплохое растение. Давай попробуем взять этот, вот этот наборчик. Вот этот. 10 наборов плюс 1 бонус. То есть 11 паков мы получаем. Поехали. Пока ничего нового нету. Что-то дофига тут. Редкие. Мега редкие будут, интересно. Смотри, 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 как. Ух. Ничего себе, мега редкие есть. Так, орех. Так. Есть, легендарочка, ну, кто там? Это у нас клананас. Клананас, ребята, у меня есть один такой клананасик, но второй, я думаю, не помешает. Блин, нифига там надавали, что-то как-то... Естественно, сразу же мы делаем что? Уничтожаем те, что нам не нужны, да? Утилизировать дополнительные 53 карты. То есть 1500 энергии мы получаем. И сколько у нас вообще по энергии выходит? Так. Ну, допустим. Сколько у нас энергии? 1735. Мало, конечно, ребят. Блин, я бы не отказался бы от парочку тройной морковки. Ну что, давай тогда на дорожку, наверное, еще поиграем. Нам нужно сделать ежедневки. Так, разыграйте три зомби, которые стоят не менее 4 мозгов. Так, зомби, да, не менее 4 мозгов. Ну, давай попробуем сыграть за вот этого парня. Ну, ё-моё, ну какая роза, блин. Ну какая роза, а? Ну давай. Че, ну неужели на хилах? Ребят, на хилах или нет, как думаете? Ага, на заморозки. На заморозочки. Давай бомбанем, потому что я знаю, что он там потом сделает. Нам лучше атаковать первым. Он сейчас будет замораживать нас, скорее всего. Так, у него, наверное, заморозчики могилы есть, да? А, ну я понял, это комбинация, ребята. Хил. Хил вместе с этим. С заморозкой. Было такое, было. Пим-пим-пим-пим-пим. Давай так вот сделаем. Но замораживать он все равно сможет. Вот в чем дело. Видишь? Замораживать он все равно сможет. Нам надо было, наверное, сделать. Ладно, фиг с ним. Пим-пим-пим. Посмотрим. Опа. Опа. Он же сейчас начнет замораживать, да, насколько я понимаю. Превратить-то он никому здесь не сможет. Пока не сможет.
Что сделаем? Так. Ой-ой-ой-ой-ой, кого выкинуть? Этого, наверное, выкинем отсюда. Погнали. Еще одна. Ну, понятное дело, ребят, что глушь будет не одна. Так вот сделаем. А зачем я поставил этот? Ну... Конечно, смогу победить. Подсолнухи, да мне плевать своими подсолнухами. Да ты запарил, а? Ну фиг ли мне это твое дыхание, блин? Опять же сейчас заморозку свою начнет клепать. Ну вот, о чем я и говорил. Ну что, супермозг, обосрались мы с тобой сегодня, да? Ладно, ничего страшного. На ежедневках такое происходит. Так, ну что, мы разыграли 4 зомби или нет? Так, нам еще и прочерк. А, нам еще в любом случае супермозгом надо было играть. Вот оно что. Просто хочу глянуть, что у нас тут. Давай, что, давай попробуем сыграть этой колодой. Нам нужно нанести 20 единиц урона этим супермозгом. Бабах. Да, не самый, конечно, лучший варик. Да не буду я пока ничего делать.
Мне кажется, он на этих будет, ребят, работать. На орехах, почему-то, мне кажется. Пропустим. А, на ягодах даже. О как. Он на ягодках будет, ребята, рубиться. Интересно, могила ед у него есть? Как ты думаешь? Не знаю, проверим. Угу, вот так вот он делает, окей. Тынь-тынь-тырень-тынь-тынь. Давай сделаем так и вот так. Зомбот. Плюс ракета. Клубника. Ну что, против клубники надо брать опять же, ребята. Так вот. Ага. Так, ладно, давай подумаем. Но этого-то мы звезданем. Мы можем его ракетой, в принципе, потом бомбануть. Можем же, да? Один, три, можем. Посмотрим. Сейчас опять клубнику, да? Конечно, ребята, как же. Как же, блин, без клубники-то, а? Как тут лучше сделать-то нам, а? Ну я его в любом случае смогу подбить, так ведь? Так. Так вот сделаем. Пока. Я знаю, что сейчас он, если клубники начнет тут бомбить. Пим-пим-пим-пим. Начнется, короче, вот этот разбор полетов. Вот что делает. Окей. Так, вот эту гадость убираем отсюда. Поехали. Да, сейчас горячку свою поставит, да? Поставит горячку или нет? Не знаю, наверное, сюда он ее влепит все-таки. Пять и три. Так сделаем. Опачки. Опачки. Кто здесь вылезет? Ну ты серьезно, блин. Нормально. Погнали. Я хочу вот это, ребята, использовать.
Угу. Ягодка. Эй, погиб, ё-моё. Сейчас еще, не дай бог, ему этот фруктовый микс выпадет. А он у него должен быть, по идее. Ага. Что, выкидываем тогда, получается, этих всех, да? Давай, 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 отлично. Пошли отсюда прочь. Так, ребятушки, ну что мы сделаем? Он кукурузу уже поставит, да? Поставит. А я не знаю, что тут сделать. Тут уже ничего не сделаешь. Сейчас он поставит кукурузу, ну и еще что-нибудь там, в принципе, и все. Я вот не знаю, защита сработает у нас? Проверим. Да, защита не сработала. Да, ребят, ну все, все, я прошел. Сейчас только одну ответочку ему сделаю. Сейчас, секундочку. Ну, не ему, а вообще просто ответочку сделаю. Что тут у меня за колпак? Попробуем. А то как-то, ну, неприятно, честно говоря. Заканчивать на двух проигрышах. Надо хотя бы один выигрыш сделать. Ага, ну давай так, наверное. Фруктовый микс. Мне бы, конечно, лучше бы гриб, чтобы был у меня, если честно. Да, что-то как-то, ну, может быть, пригодится, конечно. Выпускай двух амфибий. Ага. Одна, ну, совсем в неудобном месте, ребят, попалась, появилась. Сосиска. Да и фиг с ней. Подожди. Сосиска. Поехали. Так, что у нас там? Потом-то я даже не знаю. Ну и что ты завис там, ё-моё. Так, у нас будет сколько? Три энергии, да, получается? Ну, этого, или вот этого, наверное, добьем. Этого добьем сейчас. Так. Все, да? Смотрим, что он сейчас выпустит, еще неизвестно. А там уже будем решать. Блин, у него тоже защита сработает. Ёпарасоте. Не очень хорошо. Значит, этого все-таки бомбим, да, получается? Хм.
Поехали. Че, он может сместить, естественно, с усилением, с атакой, с усиленной. Есть там такое у него, у бесячества, пузырь. Перемещает, плюс 2, по-моему, к атаке дает. А, плюс 1. Так, ну что? Блин, да почему это не срабатывает-то? Все. Такс, ну что? Так, наверное, сделаем и так. Сейчас опять у него сработает щит, защита эта, блин. Так, у нас, если что, есть заморозка. Если что, у нас есть вот это вот, рикошет. Но главное, чтобы он не выставлял этим. Понятно. О, как делает. Ну что, тут у нас три. Ну да, тут только один вариант. Он может его опять переместить. Но тогда ему невыгодно, ребята. Если он переместит, соответственно, он, у нас защита сработает. Угу. Давай, неужели... Понятно, короче, сдался. Ну и все. Все, ребята. На победной ноте будем закругляться тогда уже. Ну, до 50 ранга я, наверное, не буду доходить. Потому что это надо просто зависать здесь часами. Тем более, когда я тебе говорю, после 40 ранга очень начинается сложно играть. Противники хитрые. В основном идут все с легендарными колодами, с паками определенными. А как ты видишь, у меня с этим большущая, огромная проблема. У меня нет нормальных колод. Я, как говорится, составляю из того, что у меня есть. Все, ребятушки, всем пока, всем удачи и до новых скорых видосиков.